рассказываю, алло, давайте на прем-танчик собираем... Неадекватный человек, подбеги, все с мячами играет. Поближе, поближе. Все. Я Никольский Рослик. Я знаю, что... Знакомься, это Изумруд? Я уже знаю. Да, знаешь, ты выходил, да, уже? Нет. Нет? Я где, раздеваться тут или что? Да хочешь тут, хочешь в это. Давай тут, бля, как мужик. Так, Женя, уже здесь надо трусов, потому что там сразу в бассейн. В бассейн, да? Я так тебе приоткрою, смотри, какая прелесть. Так ты зрителям показывай прелесть-то. Так зачем? Сегодня мы покажем, как ты там будешь это... Будет, на скорость, на путь. Он сам будет путь на скорость. Сейчас снежка бахнет. Ты давай его, не оставляй, он с тобой будет пожизненно. На, держи. Да пошел ты! Все, вот так вот. Чё, о, видишь? Смотри, что взял купил тебе. Говорит, это я сегодня буду пить. Подожди, да? От того там привет. Кир, это ты с собой? А вот мы заходим. Все. Это будет, я же его вообще теперь сохраню навсегда. Он потом волосатый. Так, все, я сам, да. Все, смотрите, ребят, вот это наши апартаменты на сегодня. Вот так вот выглядят комнаты. Алексей, надо по-любому заснять, как мы будем здесь на... Вы будете на перегонке. Мы будем, там смотри, для тебя специально белая херня есть. На, держи. Подожди, твоя дорожка рядом. Да. Подождите, да? Стой. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы меня в покое оставили. Че это тебя в покое оставили? Че ты начинаешь-то? Нормально же общались-то. Вот, смотри, Дмитрий. Студенты. Да. Кирилл, Изумруд. Вот. Так, а что на... Все, поехали за стол. Давай, к башке, трезво. Да. Парни, сдвиньте скамейки. Уважаемый, хеллоу. Обожаемый. Подожди. Хоп. Блин. Так, да, здрасте. Все, отодвигай скамейку, мы сейчас его вот сюда задвинем. Нормально вроде, нет, вмещаешься. Как ваши дела? Да, слушай, Кир, потихоньку. 35-й отдел, поднять щиты! Так а что я не заезжаю? Вот так, все, ну, все. Серега, ты что-то мне писал вроде. Да. А что ты, что-то про любовь вроде было, да? Не примерочка надо было. Нужно компотику. Кирилл. Ой, что, когда снежка. Пошел ты. Чёрт, есть кружка. Вот кружки, блядь, стоят. Не, не стакан, кружка, снежок со сета. Вот, что ты не делаешь? Вот, блядь, снижевать уже. Все, подожди, я его вот так вот. Да и пошел ты, я не буду пить. Снимай. Я не буду это пить, блядь. У меня есть рогти, Джим Бима. Так, короче, тут морковка, закусочки и место. Колбаса. Нет, это бурбон. У меня есть роксы из него. Есть Васин, самогон. Да как нахуй балантайнство тогда? Я тоже 0,5 купил балантайнство. Сезонно ебись тогда. Так мы сейчас начнем. Вот так вот. И закончим балантайство. Вот там, да? Ты спрашивал, у меня родители постятся. Я никому не рассказал. Красава. В всяком случае старается. Курев, давай быстрее, блядь. Спасибо. Свинял. Хорош. Сейчас будут, блядь, теперь. Я с ним разговариваю, он что, не обижается, он просто тебе положу. Сейчас будут пробовать. Мы еще про возможность не говорим, он говорит, не хочет. Кир, не хочет. Это мясо с рисом, а не рис с мясом. Хочешь лупа, не хочешь корову от нее. Сосисов с рисов. Да. Фриза, тебе побольше? Я все сажу, мне похуй. Я понял. Давай, гору ему. Накладываем покушать. Приходи за добавкой. Любимая тема, короче, что у клана у нашего, если видели, когда на сайте ссылку тыкаешь, там у каждого клана тег присвоен. То есть в конце циферки, это его порядковый номер. У 35 СЗБ порядковый номер 167. А у Рада 48, блядь. Ну, блядь, таких кланов играющих практически нету. Изначально клан был основан в 2010 году. Так, еще никаких ГК, никакой хуйни не было, только ввели функционал. И буквально в первый же день там его заходили, на раз получается 167. Просто завтра клан планировался как сообщество игроков 35-го региона. Однако уже там в январе 2011 года я туда вступил, хотя я никакого отношения к 35-му региону не имею ни хрена.
Ну, мне понравилось, как бы там ребята все дружные, какие сразу сходки, смотрю, там в черепе проходили. Перекрой, погоди. Потихонечку за все время в клане сменилось, по-моему, мы считали 5 клан-лидеров. Сейчас у нас Вашкеп на должности. Вашкеп, махни рукой в камеру. Я уже сколько... Теневой лидер. Появилась ГК, и там были всякие первые там драки. Быстренько собрались люди в альянсы, и 35-е вступили в альянс БСК, назывался «Братство свободных кланов». Это еще не усадили? И всю дорогу, да, мы были в оппозиции к Редам, которые в то время занимали практически всю карту. Реда – чемпион! Да. Мы в то время воевали на Вашке, в Кавказе, ребята высаживались. Потом, когда пришел Гарри, создал, даже нет, это не Гарри еще, это был Дугарри, это был, не помню, как там товарищ, создал Союз Фридом, и альянс Хаки у него был. Когда собрались все альянсы свободные, включая зеленых, БСК, Freedom, создали хаки, создали Союз Freedom и, соответственно, оторвали ебальник Redom. Которые до сих пор чемпионы, но что-то никуда больше до сих пор не смотрели, да. И 35-е в этом занимали, ну, тоже там свой вклад внесли. В то время еще не очень сильный клан был, но, блин, играли, сообщество было. То есть, нет, это была первая глобальная такая война, когда именно огромное количество кланов были задействованы, когда вся карта горела, и, да, ну, реально, там, битвы пиздец были. Было очень интересно, ГК там... Я отыграл на ГК, потом весь день на форуме воюешь, там кто пидорас, кто хуесос, надо слышать песни. Реды чемпион! Да, меня по итогу забанили. Потом отхуячили редов, и союз развалился, хаки полностью пропали, потому что спонсор ушел. Потом появился Гарри. Блядь, Сильвер идет. Создал альянс. Ему всякие другие планы подтянул. В то время у нас звери не лгут. Пришел план, да, там план подразвалился. Клан много раз развалился, на самом деле, много раз перечислился. Там тоже не мог играть, проблемы. Да там всякие были разные проблемы, пришел зверь не лгут. Пересобрал обратно клан. Слушай. И уже вступили в Galaxy, и за Galaxy ебашились со всеми подряд. И несмотря на то, что на тот момент клан по Ивану занимал там где-то там 150-ю строчку, за буквально там год-полтора отхуячили все топ-кланы. У зверя прям была табличка, где он все топ-100 кланов выписал. И по очереди всем ебальники на ГК и в вылазках оторвали. На ротах. В вылазках, это роты, старые роты. Помнишь старые роты? Как это сейчас 90-й? Потом звери не лгут прекратил, играть ушел. Клан опять развалился. Потом. А зверек отметочки стоит. Друга я его возглавил и пересобрал заново. Мы в тот момент. Леха, если ты говорил. В тот момент уже Galaxy немножко перестал такую роль играть. И разные альянсы получили возможность выйти на ГК снова, показать себя. Золотой альянс пересобрался. В золотом альянсе был Витамин клан с главой. И одним из первых кланов, которые присоединились, был 35-й под моим тогда руководством. Ну, фактически мы там на троих руководили, но, можно так сказать, сюда я с Витамином там разговоры вел на эту тему. И вот совместно с New Era 35-й уже фактически там, ну, основу Золотого Альянса создали. И начали его, Золотой Альянс тогда набрал силу, много кланов вступило, активно играли. Скажем так, золотые времена были. Да, золотые времена были. Мы тогда вошли примерно на 50-ю строчку по Иванеру. Создали второй клан. Да, там, ну там вообще было, там второй клан создавали. Вот когда-то тогда я появился. Ну и достижение, в общем, да, мы пошли где-то там в районе 50-й строчки по Иванову, долго держались. По ВГшному рейтингу мы на ГК входили в десятку. Очень давно был создан. Продолжительное время. 35 СРБ. Вот потом. Нет, с ЗБ-стой найти игру. Нет, СРБ. Со временем я немножко утратил интерес. Может, мы историю посмотреть. Зеленый. Пытался кому-нибудь передать клан, несколько раз опять там переразваливался, пересобирался, потом это все Ануб поднимал. Было дело. Да. Сейчас у нас... Сейчас Крабан у нас, получается, занимается кланом в основном. Меня, да, клиенты призывают, я прихожу там, как этот, мощами встряхнуть. Скорее, как символ такой. Ну, что-то катали компанию, в принципе, ну, для фанового клана неплохо. Но основная роль, как, ну, не роль, да, основной такой момент, что в итоге, пережив все вот эти пертурбации, кучу раз развалившись и пересобравшись, у клана появился такой костяк. Даже не то, что игроков там, не все люди сейчас здесь, которые присутствуют, они играют в танки, не все в клане. Значит, вниз. Но сообщество живет, нет, так, и на самом деле, как клан сверху, как бы, задумался изначально, как сообщество танкиста 35-го региона, так он сейчас и продолжается. Очень, каждый раз я это говорю, что, насколько, что очень здорово, что танкисты вот так вот, вроде бы люди разные из разных городов, по такому поводу просто, ну, какая-то игра там, собираются вместе и вот так вот проводят время. Это здорово, в общем, хочу выпить за сообщество 35-го региона. Хороший тост! Идем, где твой снежок? До дна! Давай, может, где? Ну там все мои. Давай, пара, и ты, это, камера, и ты на себя наводи. Ну, вот туда, вот в камеру чокни, стопочку свои. Что, блин? Все нормально. Надо водочки им пихнуть. Да там все на пресс. У нас все есть. Свечется, пока походим, поиграем. У меня снежок просрочен. 4 дня на батарее расставил.
Короче, пока сегодня кушаем, потом включимся. У нас будет забег спортивный, блядь, в бассейне. Ну, Вара, нагнешь всех? Нагну, без проблем. Ну все, запомните эти слова, нахуй. Все будет. Драга, блядь. Не, Леха первый полетит в бассейн. Просто раз резервный был в одежде, причем, да? Ты первый был тогда в одежде, да, в бассейне? Я не в одежде, в полотенце. Либо пьяные роты катал. А, блядь, второй раз в одежде ты говорил. Так, тост говорит, ваш кэп. На, снимай его. Вот. Но, есть один момент. Я сейчас не играю, да, а времени нет. Ну и танки под надоели. Но есть один момент. Вот эти сходки, я каждый раз их жду, потому что тут уже есть компании, близкие люди. Да ты позвонишь, блядь. И я никак не могу это пропустить. И я хочу выпить за вас, за бойцов 35 СЗБ. За нас, парни. За вечную. Ну, давайте. Все время, пока диспозицию расскажут, пол команды уже поехала куда надо, блядь. Там уже минуту боя прошла, пиздец, уже стрелять начинает. Главное следить. Арта уже просили. Свой стиль. Причем сначала идет команду Арте, потом Тижа. Второй тост от вашего КП. Вася, я поделялся, как это круто. Помогите парню, а. Он делает. Смотри. Оп. Я алкашом стану, да? Нет! Не закрывай, не открыть бот. Пацанка, с первой рюмки смотри. Ну что ли? Да. Не забывайте голову. Кто пьет так? До краев, до краев сильверов. Все пьют. Сильвер такая, она. Сильвер спать будет. Кресло сейчас будет. Так, подожди, молодой человек, представьтесь сначала. Попал случайно. Попадал года два. Года два случился пчела. Прохожий. По нику, давай. Центнер, блядь. Такого ника не было, был Анубис все время. Сначала 2017, я просто... Ты как попал? 02. Два года встречался в клан. Я просился в клан, когда еще в клан брали по очкам Иванера. Что это было? Через постель. Типа очко это фрезу взяли, вот понятно. Что это такое было, для тех, кто не знает, что такое очки Иванера? Это когда на десятках надо было накатать определенный дамаг и опыт и определенное количество боев. Отсюда складывался Иванов твой. Вот. Определенное количество очков надо было. Я был во втором клане 35-х, тогда 35 СРБ, Василис, его, я не знаю, кто его создал. Я тоже не в курсе. Это был второй клан 35 СРБ. Да, там Дима помогали нам все развиваться. Вот. Потом 35 СРБ развалился, я решил вступить в 35 СРБ. Вася сказал... Возьмем, если очки будут нормальные. Вообще он сказал, что не будем брать. Вася сам в очках брал. Посмотрел, сказал, ну его нафиг. Очки будут, возьмем. Поднимал Иванов, смотрю стрим Васи, собрание очередного 35-х. Иванер поднимается все выше, сука. Я только дошел до нижней грани, он его выше поднимает. Думает, тварь. Вот, но продолжаю качаться. Качался с хорошим человеком, Акуна Матана. Он здесь сегодня, вот, и второй у нас мурманский чувак, ну, Бет, они мне помогали. Подошел в Треско к парням, можно я с вами? Да, можно я с вами? Треско была общая 35 СРБ и СЗБ, вот, можно я с вами? С ними накатывал этот гребаный Ивана. Фрезы не было, про него один раз был. Кого, блин? Фрез тоже не левый человек. Вот, потом дошло дело, все, готов зайти в клан, Иван соответствует, все. Даю заявку на сайт. И что мне делает вот этот гражданин с ником Василиск? Пишет, отказано. Нихера себе. И тут же он записывает видос, тогда был 35 ЛРН. Вот, как многие могут посмотреть на канале у него. Вот. Там записывает видос с пареньком. Опасно, давай. Нет, он с пареньком записывает видос, крабан был. Вот. И крабан в этом видосе говорит, что он с Вытигры. Давай быстрее, блядь, аккумулятор садится. Вот, это похер, короче. Заебал. Вот. Давай, вести. Блядь, я за клан рассказывал про себя, блядь, историю жизни. Конечно. А клан-то дальше как? Как мамку-то зовут, погоди. Ну, видишь, Вась, вот. За... История клана и твоя, она как бы неразделима, а у него... Вот. Я с крабаном, значит, со звуком как бы пообщался, все. И крабан. Повесткой вызвал, мусар. Короче, крабан помог мне зайти в 35 СЗБ, и буквально через неделю клан рухает вообще напрочь, нахуй. Все выходят с клана. И приходит гражданин Джон
Тортон. Джора Тортон. Джора Тортон становится главарем 35-х и просто кикает игроков нахер. С клана говорит, я буду создавать... Земля ему под калиберами. Я из топ буду клан делать. Проходит 2 дня, нахуй, все игроки с клана выходят вообще напрочь, нахуй. Остается 10 человек, фишек, блядь, в клане, никого нету. Что я делать? Я зашел, голды нет, ничего нет. Он все забрал и свалил, нахуй, все заебись было. Вот, что делать? Хрен знает, сижу без клана, как бы, что, и этот пустой. Нет, давай, все. И мы начинаем с Василиском поднимать заново клан. Набираю старых людей, всем пишу. Я так попью, короче. Да. Всем пишу, кое-кто вернулся, кое-кто нет. Фрезу туда не звали нахуй. Че, блядь? Он сам пришел. С Василиском поднимаем клан. Задача была подняться в топ-100. Но, как оказалось, это ошибочная задача, нам не нужна была. Вот. И потом какой-то момент созревает идея, почему бы, блядь, кланам не встретиться. На территории, без разницы где, в каком городе, просто съездить, встречу организовать. Пишу ребятам, Василис не смог, Вашкеп тогда типа поддержал эту идею очень. Фреза поддержал идею, и мы встречаемся в Черемонце. Вот Фреза-то и появился все-таки. Да, вот тут вот Фреза как раз стал хоть как-то полезным, и он организовывал эту встречу в Черемонце. Погоди. Леша, погоди. Да он себе телевизор не мог настроить, нахуй. Слушай, я сейчас нахуй. Да, вилкой в открытую. А похуй я, блядь. Короче, мы встречаемся первый раз мы встречаемся в Череповце. А что пока с Восходки не ездит? Не знаю. Пускай. Ему на ивенте, там показал, жена провода. Привет. Вася, кстати, Вася ведь с нами был онлайн как раз. Ну давай, это отдельная история. Мы приехали в Череповец, значит, и с Василиском по скайпу бухали. Вот, это нормально. Потом Василиск отдельно ездил, и потом, как бы, клан поднимался, падал, как бы онлайн. Ничего такого, все, перегорели люди, как бы, не захотели играть. Лето началось, летом онлайн вообще упал, и все. Тихо. Во второй раз начали подниматься, играть. Перед ивентом Крабан начал командовать. Спасибо ему отдельное. Вот, Крабан очень много делает. Я его 5 лет окучивал, чтобы он командовать начал, блядь. Его 5 лет окучивали, я это сделал, как говорится, за месяц, за год. Благо рядом живете. Не, Крабан молодец, ему отдельно. Он 4 повестки ему выслал, говорит, еще раз, бля, и просто сядешь уже, заебал. Да он сидел. Шутка. Вот, короче. И решили, что надо сделать встречу более такой масштабной. Приехали, чтобы командир, грубо говоря, и организовали встречу в Вологде. Вот. Джонни. Здесь же, в Северном Сиянии. Джонни. Собрались, мясо, посидели. Все понравилось. Потом решили, я решил, что надо эти встречи делать постоянными, хотя бы раз в полгода, в год. Вот. И вот в данный момент мы продолжаем эту традицию. И я хочу выпить за то, чтобы эта традиция продолжилась, ребята. Мы собирались такой же компанией. Ты чё там, блядь? Блядь, вот эта сторона вот так. Ну ты давай, блядь! Вообще не улыбаться! Эти все твои, блядь! А как ты на давай, блядь! О, писки, блядь! Вася, тебе осуски писки, нихуя не улыбаться! Ничего, фреза, фреза! Я сейчас такое видел в жизни. Фреза, блядь! Кричи фреза, блядь! Фреза! Маленькая писька! Саша маленькая, блядь! Все, Фреза, иди фоткай. А не, подождите. Че, блядь, там? Тебя-то нету, да? Давай, кидайте ему телефон и точно. Да я тебе потом скину, алло, Галя. Нет! Ой, блядь! У меня лучший фотка. Говно у тебя, блядь. 48 мегапикселей. Вся Оля, да. Да я не хуйня. Вот, нормально, блядь. Это видос. Все, дальше фото. Ну-ка, вот такая, дай, Вася, бля, Василий, делай так кадр. Как можно еще за то показать? Блевану я сюда. Я блевану сам нахуй. Давай, делай быстрее. Первый пошел, называется. Ихтиандр, давай, Василий, бомб, запечатлевай твой заход в воду.
Я вообще попал сюда случайно. Иду, блядь, я вообще мимо. Слышу, что-то, блядь, запах знакомый. Думаю, ёб твою мать, мясо. Водкой пахнет. Ну, блядь, зашел, а тут как бы... Он нырячит. Вроде за своего признали, хуй поймешь. Футболка стой. Подошла просто. Да, да, у меня как раз футболка, блядь, с 35-ми цифрами. Ну вот хоть кто-то оценил плов, а того оценил, блядь. На 35 лет. Ляга, ну. Блядь, такое, блядь, Вася! Ты мне носки белые замочил, блядь! Боже, наркоман! Неадекватный человек. Подведи, все с мячами подведи поближе, играет. Поближе подвези. Все с мячами. Вот так вот ортоводы в свободное время занимаются такими делами. Будем UFC, Юби сказал, меня надерет. Я могу рука запустить, там просто кнопки нажимать. Не надо. Для обычных смертных. Бойцы готовятся. Одного уже полотенцем откачивают, нет? Нет, полотенцем вытянул просто. Рефери-то, как они там, заунывно. О, Брюс Ли есть. Он в тот раз был. Не, не был. Только вот так. Все, нормально. Жарь нахуй, сейчас жарь. Сейчас оставим, блядь, 500 голды, если не ожидать. Легкий вес у вас. Я так по мелочи, что тебя не разойдет. Одна, блядь, чисто, блядь, слушай, блядь. И 13 маусов, нахуй. На вас или, блядь, 30 маусов. Подожди, у меня вообще не ходит. Это не мы деремся. Нет. А, да. С компьютером почему? Реза, сделай им, а? А то они решили поиграть, но кто-то играет за них. Все, понеслась. Все, понеслась. Как у картошки, блядь, такие же сборы, блядь. А борьба-то есть? Умов. Это очень сложно. Там борьба умов есть, мы тогда играли. То есть, викторину какую-то. Я могу викторину подрубить. Сколько ты будешь защищать? Это уже под конец, Фреда, как показала практика. Заходит, да? Че, мочку-то, бля, прикрывай. Я не пойму вообще, как... О, уклонился. А как блок? Опа, опа. На. Фреда, как блочить, блядь? На курке. Да, он на бар. Господи, он у меня вообще не... Вот, я зажимаю, он... Вот. Ну, он, наверное, не струй. Курок это верхний. Правый. На. Я в прошлый раз. Я не понимаю. Что-то избиение идет, наверное. Тони, да? Фергюсон. Комментируй. Ну что комментировать? А позорку нужно. Никто не Фергюсон, это сразу видно. Он не блочит, я не понимаю. А это не так. Вот. Надо, видишь, он не блочит. Так ты правый курок зажми. Правый курок вниз, да. Опять кто-то упал.
Оп-оп-оп-оп-оп. Заплыв был. А, это и берем, блядь. Как ваше имя, спринтер? Гренок? Ебать, Ихтиандр плывет, пиздец. Нихуя. Вот это Ихтиандр, блядь. Я доплыл! Да не сядь, он выиграл! Вот, смотри. Ты что, не тонешь? Ты тонешь, что ли? Подожди, не надо. Хуяк колодец выкопал. О, давай, давай. Внимание, блядь, ну тут, если да, подзаболеет, то да. Отъехал, блядь, что за хуйня? Тишиновые. Боже, заебал нахуй! Ну зюм, что ты, блядь? 1500 голды! Изи бабки, блядь! Следующий бабки, я буду сегодня давить! Минус 500 голды кинешь. А как нам быть? Подожди! Не проверяй! Мерзон откуда! Вот это рыба! Короче, на что они играют? Кто первый приплывает? Нет, кто первый приплывает, то первый. Стопку водки выпивает. А теперь внимание. Кирилл! Обещаю 500 голды! Ну, ладно, я 500 голды, если ты выпьешь в конце. Да! Все, не вопрос. Теперь слушаем вот то, что будет. Не, стопы, где стопка? Вот. Не, нам посередине, чтобы две. Я не знаю, кто с тобой будет. Игорёнок, давай. Это же сейчас будет. А теперь, внимание, фишка в чем? Когда они нырнут, стопка заменится на стакан. Кто выпьет стакан, 500 голды получает. Играть так покруто. Охренеть. Кого, блять, надо? Смотрите, парни, доплывайте. Выпиваете стопку и 500 голды получаете. Кто первый? Вставайте по дорожкам. По дорожкам расставляйте. Бля, я не буду ставить, бля, не прыгни нахуй. Не третий. О, Стас, вы проебёт, бля. Два человека. Два человека. Давай, ты не вкусно. А? Нет, два, два нам. Ну, нет, два, 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 два. Два на две дорожки, два часа. Потом второй будет. Да. А ты его победите, он нахуй будет. Да, да, да. Это контент, делаем контент на ютубе. Доплывайте, стопар здесь, что первый выпивает. Ныряйте. Нет, стопар, да, подожди. Вот он, посередине. Все. Обязательно условие, что первый доплывает, выпить эту рюмку. Ну, мне обратно. А? Мне обратно. Нет, и все. И 500 голды ваши. Все, на счет три. Да. Давайте. Раз, два, три. Мы поменяли стакан. Давай, пьем. Ты не могу, что вы? Голды. Нет. Два нулы. Нет, 250 тебе. Нет. Нет, нахуй я ушел. Я сказал, это обязательно устойчиво. Это же. Я себе, блядь, какую ёпта. Да ёбни, ты чё, ёпта? Да ебанись, блядь! Я ещё до сих пор рука, блядь! Он когда увидел, он понять не может, блядь. Что здесь? Ребята! Внимание! Короче, я предлагаю поучаствовать в конкурсе. Ну, все штанкисты, все играют в танки. Я разыгрываю прем-танк 8 уровня. Условия просты. Короче, смотрите. Все ныряют на раз, два, три. Кто первый ты ныряет, тот последний, тот двигал. Похороны. Все ныряют.
походу собирается. Ну так сейчас сколько человек-то? Раз, два, вернули! Че? Все, сидим, кто первый. О! Давай, 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 давай. Победителя сейчас будем поздравлять, дольше всех простоял. Хотя... Это наш победитель. Правда, что-то так все быстро закончилось. Ну, извини. Не спортсмены. Не спортсмены. Ну, слышно было всех там. Ну, за нас... Дайте его, ребята! Тихо, 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 тихо. Давай, вот, это Миха Сет, играет в клане у нас. Вот, он выиграл любой танк 8 уровня, как я понимаю, который здесь продажи. Вот. Когда зачислен будет? Ну, как, приедем по домам, да. Все. Окей! Поздравляем! Ура! Оп! Оп! Давай! Оп! Оп! Все, оп! А я хочу! Тост, парни! За здоровье, молодцы! Нет, 35 СЗБ. Вот смотрите, официально сейчас на YouTube-канал Изумруда мы все его приглашаем в наш клан. И попробуй зачем я сказал? Понял? Все, давайте выпьем. Зачем я сказал про тост вообще, блядь? Не садила дрючить, как раз. Я не понял, так за что пьем? ЗЗБ будет таким планом, который, блядь, пока не хочу. Ну хуй, можете дадим на начало, дальше надо посмотреть, как раскачается. Вдруг не потянет, как суки. Надо ему теперь отказать. Это байт, это просто байт. Просто байт, да. Не, хорошо, давай в комментариях, подожди, тихо. Тихо! Давай в комментариях посмотрим, сколько кто плюсанет за то, чтобы я в 35 СЗБ вступил. Это здесь было 18 плюсов, чтобы было в комментариях. Не, давай, зрители, напишите, вступать или нет. Завтра я, короче, кидаю ФТС, везде сообщение 35 СЗБ. Я просто не услышал, что ты сказал там. Студентам поебать вообще. Спасибо, я играл прохладно. А ты не играешь все равно. Нет, я монитор сейчас покупаю себе. Филипп, блядь, это есть косарь. 27 дней. Подожди, то есть ты все это время без монитора играл? Да. Красава, блядь. А ты понимаешь, как он взлетал первый? Это Филипп взлетал. Сделано, блядь. Не хочу, не надо, не надо меня по этой. Это все, блядь, не шутки, но тем не менее. Витя, 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 Витя. Алло, 35-е! Новый соклан хочет что-то сказать. Все, мы потусили, погнал домой. Блять, вот на двух колесах на чем нам. Да. Нормально. Согласен. Все, спасибо за совместное это. Алло! Эй! До свидания! Очкарь! Блядь, это главный клоун отвечает. Отвечаю, вот Джонни это главный клоун череповецкий, блядь. Фрезы. Вы можете заебись, блядь. На
пойми, ты иди сюда, блядь. Так что? Все, давай. Не, у меня планы еще. Ты так правда? Все, короче, собираемся, гоним. Пойдешь, гоним домой. Тебе не холодно. Гонись, нахуй. Вот так вот прошла опять встреча 35-х танкистов, 35 СЗБ клана. В клан и в этот манят. Целая банда. Да все если это обидно. Я поехал бы с тобой. Я вчера ждал вопроса, вот. Витя помнит. Ой, Виталий. Виталий стал мне вниз. Иди сюда. Я с курягой не буду целоваться. Так что, следующая встреча. Передай привет Джонни всем, кому хочешь. Передай маме, папе, зрителям привет всем. Всем привет из 35-го региона. 35-го сезона. Передай тем, кто не смог поприсутствовать. Да. Передай Никольску привет. Николь, Крабан, Редгрин, вам персональный. Крабан и Редгрин. Нахуй Крабан, давай Николь, привет. Ребята, я вам не завидую, вы такое пропустили. Крабан, Крабан, да, привет. Крабан, ну, Никольску больше. Крабану. Краба, Крабан. Так вам же сказали, блядь. Все, мужчины, спасибо за крутой вечер, за крутой день, что я могу сказать. Давай. Вот так вот, короче, заканчивается встреча танкистов, друзья. Это было круто, повеселились. Я думаю, вам тоже это понравилось. Круто провели время, и это крутая традиция, то, что у нас раз в полгода. Да я тут с камерой. Я бы к этому забирал бы Сидора, блядь. Я тоже не хотел. Он бы снял, блядь, потом окно ему открой, все такое. Все, закрывай давай. Сумку-то положили? Да. Все, покедово, ребят. Вот так вот, короче, и это очень круто, то, что такая... Традицию уже сформировалась, хоть я и недавно в этой тусе, так получилось, и это очень круто. А уже свой в доску. Да. Все, уходят. Дальше продолжать. Все, двигаем. Домой. Завтра еще увидимся. Учусь.